И теперь о погоде, которая ожидает нас в ближайшие дни. Волна тепла, накрывшая центральный регион России, постепенно уходит, но значительного похолодания не предвидится. Сегодня ночью подморозит, местами, возможно, гололедица. Ну а завтра в столице и Подмосковье солнечно, температура днем плюс 2-4 градуса. А вот в воскресенье, выходя на улицу, вновь придется брать зонтики. Обещают небольшие осадки, но все так же тепло около 5 нуля.